Им исполнилось 100 лет, но они в замечательной форме и, судя по всему, готовы прожить еще столько же. В этом году в книжной палате Чувашии вековой юбилей отмечает целая серия книг. Непростой теме воспитания детей посвящены сотни тысяч книг. Однако далеко не в каждой можно вычитать советы столетней давности. Такие уникальные издания есть в книжной палате Чувашии. Одна из книг, которую напечатали в 1913 году, так и называется «Как воспитывать детей». Она совсем небольшого формата и в ней всего 8 страниц. Зато ценность представляет огромную. Напечатали книгу на чувашском языке в Казани. Тогда в Чувашии типографии еще не было. Ну а главная мысль, которую вложил автор, актуальна всегда – уважение к родителям. Что ж, 100 лет – возраст, конечно, не шуточный. Впрочем, в фонде палаты есть и более старые экземпляры. Дореволюционный фонд, книги, изданные до 1917 года, у нас насчитывается их около 1000 экземпляров, 1000 названий. И самое первое издание книги – это книга 1769 года, изданная в Санкт-Петербурге. Это сочинение, принадлежащее грамматике чувашского языка, то есть первая грамматика чувашского языка. Очень много книг религиозной тематики. И вот среди них, значит, вот книги из этой серии, то, что, о чем мы сегодня с вами разговариваем, книги, которым исполнилось 100 лет. Конечно, на руки такие хрупкие драгоценности не выдают, но здесь на помощь старине приходят новые технологии. Прочитать вековые книги можно в электронном варианте. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.